Давай-ка мы с тобой вот сюда зайдем. Теперь сюда. Ой, подожди, подожди, не падай только. Хо-хо-хо, смотри, мы боком стоим. Всем отличного настроения, друзья. С вами котенок Лайк, и у нас Долина Монументов. Это такая прикольная головоломочка. Сейчас мы посмотрим, что у нас здесь будет. А, у нас какая-то девочка. Смотри, мы можем бегать в разные стороны. По каким-то странным дощечкам. Держите и вращайте. Ну, окей. Ого, смотри, прикольно. Так, а как же нам теперь залезть наверх, да, получается, надо? А, да куда мы можем добежать? А, ничего себе! Смотри, мы ее повернули, и вот так вот мы можем ходить. Слушай, пиши в комментариях, играл ли ты в эту игру, проходил ли ее. Мне кажется, она прикольная на самом деле. Я люблю такие игры, в которых надо думать, это очень полезно. Куда-то мы полетели, смотри, какие-то иероглифы. И Долина Монументов. Но мы уже поняли, что игра так называется, поэтому погнали дальше. Так, второй уровень, да, походу? Опачки, римские циферки. Отлично, кто знает римские цифры, ставьте лайки и пишите в комментариях. Я знаю римские цифры, лайк. Так, первый уровень мы уже прошли. Точно, теперь второй. Нифига себе, как тут все меняется. Блин, ну сделано, конечно, прикольно. Погнали, посмотрим. Глава вторая, сад, в которой Ида отправляется на поиски прощения. Что? Ничего себе, Ида отправляется на поиски прощения. Это немного непонятно. Окей, мы сюда встаем, и мы, походу, никуда не можем идти. Да, мы даже не можем упасть, нам надо куда-то что-то повернуть. Ну, видимо, сюда, поскольку кнопка там внизу. Так. Отличненько. Ну, пока, мне кажется, уровни, конечно, не особо сложные. А, здорово. Здорово, у нас что-то построилось. Теперь нам надо как-то попасть туда, да? А, ну, скорее всего, нам надо вернуться на нашу платформу. Вот сюда вот. Потому что, смотри, когда мы здесь находимся, на этой детали, которую мы поворачиваем, мы ее не можем поворачивать в тот момент, когда мы на ней стоим. Поэтому приходится пробегать дальше. Тут кнопка. Подожди. Она поднялась на самый верх. Как нам теперь? А! Ничего себе, она с этой соприкасается с нижней. Блин, как же классно здесь сделано. Не поймешь, какой высоты уровень здесь у нас. Офигенно. Просто супер. Давай, 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 отлично, мы дошли до кнопочки. Реально, вот не поймешь, вроде ты на одном уровне, она поднимается на второй. А, мы сняли колпак. И у нас какой-то кубик. Куда он летит? Глава закончена, окей. То есть мы нажимаем, и глава заканчивается. Вот каждый раз почему-то пишется «Долина Монументов». Мы и так понимаем, во что мы играем. Ну что, у нас третий уровень, да? Посмотрим. Ох, это что-то такое прям кубическое вроде было нарисовано и превратилось в какой-то сине-фиолетовый и все. Ну давай глянем. Тайный храм, в который... Интересно... А, глава третья. Все, теперь я понял, почему так пишется окончание. Глава третья, в которой... Иде, смотри, Иде, скорее всего, тебе. А, Иде, это ее имя. Понятно, то есть нашу девочку зовут Ида. Предстоит неожиданная встреча. Окей, что за встреча? Кого-то мы, походу, встретим. Так, а как нам пройти? Ту-ту-ту, вон кнопка, да? Но нам, походу, как-то надо сюда залезть. А, вот она двигается. Я так и знал, что здесь что-то двигается. Нам просто сразу это не показали. А вот здесь вот, кстати, можно двигать предметы, когда мы на них стоим. Прикольно. Мы сюда встали. Быстренько долетаем. И заходим в дверь. Опачки, дверь закрылась. Ну, тут, в принципе, так все понятно, где эти точки, то... Это двигается. Угу, значит, мы сейчас нажимаем на кнопочку. Ох, нифига себе, смотри, как башни развернулись. Прикольно.
Заходим, поднимаемся. И заходим сюда. Какая встреча нам предстоит? Мы что-то никого не встретили. Нифига себе, кто это там? Какая-то душа, я не знаю, что это. Привидение. Так, а это не рушится, я надеюсь? Вроде как нет. Реально неожиданная встреча. Что-нибудь нам скажет, нет? Давно уже эти старые кости ожидают во тьме. Старые кости? Она же без костей. Далеко ли ты бывала в странствиях, молчаливая принцесса? Не пойму, это мы принцесса или нет? Нет, походу это... Почему ты здесь? Опа, еще построился уровень. Я так и знал, что это все не так просто. Ну окей. Пойдем дальше. То есть мы с ней чуть-чуть поболтали. Я даже не понял суть разговора. Мы просто спросили, нам даже не ответили, в принципе, ничего. Так. Но здесь пока все просто, на самом деле. Как бы понятно, что мы идем. Ничего себе, ты видел, как все обрушилось, а как нам теперь пройти? А, то есть мы двигаем вот эту штуковину, и она поднимается. Блин, вообще не догадаешься на самом деле. Прикольно. Так. Теперь сюда, да? Ну да, как. А смотри, вот это не двигается. А, двигается. Так. Как же нам теперь. А, нам надо встать на нее. Нет, так не. А, вот, все. Ого, как ступеньки сделались, прикольно. Хотел бы я так, чтобы у меня в подъезде заходишь, они трунь и выстроились. Ну, допустим. Еще один кубик, да, только смотри, внутри еще появился квадрат. У нас такого не было, у нас были просто рамки. Глава закончена. Ну, прикольно, мне нравится. Так, это у нас получается уже четвертая глава. Сейчас будет. Сколько здесь всего глав, интересно? Не знаю даже. Ого, здесь, походу, какой-то замок сейчас будет. Ну-ка, погнали. Глава четвертая. Дворец на воде. Ида учится ходить по-иному. Так. Ходить по-иному, это значит, у нас что-то здесь сейчас новое появится. Ага, здесь какая-то ворона сидит, кстати. И каркает. Немного странная ворона. Ага, вот оно что. Ладно, зайдем сюда. Теперь на кнопку. А с вороной мы будем разговаривать? Так, что-то рушится, смотри, опять. А, повернулась эта штукенция. Что ты орёшь? А, мы нажимаем на ворону, и она орёт. Какая-то бешеная ворона, честно говоря. Нифига себе, ты смотри, как замудрилась. То есть мы сейчас так ее повернули, что... Я не знаю, как создатели этой игры все это делают, но... Блин, это клёво. Так, какие-то ступеньки. Это, то есть мы поднялись наверх, чтобы выйти снизу. Прикольно. Давай-ка мы с тобой вот сюда зайдем. Теперь сюда. Ай, подожди, подожди, не падай только. Хо-хо-хо, смотри, мы боком стоим. Нифига себе. Так, а что, мы теперь можем доходить? Да, можем ходить боком. Вот это прикол. А чё? Куда нам идти? Я что-то не пойму. Ну, как бы в любом случае, вот эти вот штуковины, мне кажется... А, смотри, действительно двигаются. Вот когда вот эти круги на стене, то они двигаются. А я что-то на них нажимал просто, и движения никакого не было. Блин, смотри, как крутит. Снизу что-то открылось. То есть у нас упала стенка. И как-то нас повернуло. Так, ничего себе, ты смотри, как все крутится.
Блин, здорово. Сюда мы сейчас спускаемся. Тут у нас что-то еще может двигаться. Наверное, как-то еще что-то поворачивается. Офигеть, смотри, то есть мы поворачиваем, и наши стенки соединяются, наш пол, вот эти места. Вообще, как это можно додуматься до такого? Как это можно было сделать, друзья? Я просто не представляю, это очень клево. Хорошо, и сейчас мы дойдем до финиша. Так. Блин, игра вроде такая достаточно простая, но очень интересная. У нас какая-то новая дорожка появляется. Прям Крымский мост у нас построился. А, и снова ворона. Две вороны каркают, да, здесь. Так, значит, вот эти мы можем теперь поворачивать снова. И вот эту ворону можем поворачивать. Хорошо, значит, мы сейчас, наверное, вот так. Ну да, как бы уже становится немного логичным и очевидным, как и что мы должны повернуть. Хорошо, это мы сюда. А как же нам теперь ее перевернуть? Ну, походу, никак. То есть мы... мы даже двигаться никуда не можем. Все, мы выдвигаем лестницу, и у нас, смотри, получается... дверь на полу. Так, мы зашли снова к этой... Я не знаю, как ее назвать. К этой женщине непонятной, странной. Так, что она нам теперь расскажет? Это была долина людей. Ну, то есть здесь жили люди. Теперь здесь остались лишь наши памятники, лишенные былой славы. Ну окей. Принцесса-воровка, зачем ты вернулась? Слушайте, принцесса-воровка, я не пойму, мы принцесса-воровка или... Все-таки она... так, ну тут походу двигать ничего нельзя, нам надо просто выйти, мы ведем какую-то беседу, а потом просто уходим. Так, смотри, ворона выдвинулась. А, и мы здесь вышли. Так. А, все, теперь у нас открылся проход, а к той вороне мы, значит, не могли никак попасть. Ну да, все. Прошли еще уровень. Прикольно. Снимаем колпачок, и у нас здесь ромб появился. Оу! Что-то новая фигура. Это, походу, нам надо собрать много фигур, или... Что это значит? Глава закончена. И у нас... Пятая глава сейчас должна быть, да? Насколько я понимаю. Да. Хорошо, что у нас здесь будет. Так, какой-то замок, но другой совсем. Какой-то он непонятный, желтый-голубой. Глава пятая, шпиль. Ида встречает назойливых людей ворон. А, это значит не просто вороны, это люди-вороны. И мы сейчас будем с ними встречаться. Интересно, что они будут делать. А, они просто не то что назойливые, немного дотошные. Орут и не дают нам пройти. А, подожди, что-то двинулось. Что-то как-то пододвинулось, по-моему. Как-то что-то где-то можно двигать. Только непонятно, где что. Все, я понял. Теперь мы прячемся сюда. Нам надо успеть пройти до того, как мы встретим ворону. Так, теперь у нас вот эта вот штуковина появилась. И мы можем менять ступени. Ясно, ясно. Теперь нам надо будет вот сюда вот проскочить. Сейчас ворона уйдет. Отлично. И побежали. Ах ты ж! Все равно у нас не смогла дотронуться до нас эта ворона. Так, здесь нам надо спуститься вниз, насколько я понимаю. И что-то как-то еще. А, вот. Все, повернули. Так, и быстрее, пока ворона туда ушла, нам надо нажать эту кнопку. Здорово. Успели. Куда нам теперь надо идти? А, теперь нам надо возвращаться на лестницу. Нет, ну на самом деле не сложно. Просто немножко подумать и все. Давай. Все, прошли.
Ничего себе, смотри, какой красивый замок, и снова вороны. Поскольку здесь ворона, мы двигать ее не можем, эту штуку. А, мы, потому что стояли на такой же... Нифига себе, что мы сделали? Ты видел, мы телепортировали сюда ворону, или она просто снизу ходит? Что-то я вообще не понимаю, что происходит. А мы сможем теперь эту воронку убрать обратно? Так, ну-ка, ворон, давай. Сейчас, подожди. Сейчас она сюда встанет? А, все, я понял. Теперь мы пробегаем сюда. И здесь уже переворачиваем ворону. Так, здесь у нас что? Какой-то механизм появился, шестеренки. Нифига себе. Воу-воу-воу-воу-воу, прикол. Аккуратно. Так. И давай-давай до финиша. До финиша надо дойти. Интересно у нас. Так. А, вот. Подожди, то есть как же нам сделать? А! Сейчас ворона встанет. Походу мы ее спустим, что ли? Сейчас. А, и надо дойти сюда, и потом ее на нижнюю секцию возьмем. Все, я понял. Ай-яй-яй, подожди. Все. И теперь ворону вниз. Слушай, клево. Отлично. И бежим на финиш. Давай. Все? Ух ты ж, елки-матрешки, смотри, какой огромный замок. Так, ну здесь, конечно, будет посложнее. Так, это нам надо, наверное, сюда все-таки. Хотя проходов просто море. Куда мы зашли? Ох ты ж. Кстати, кто-то стоит, смотри, силуэт какой-то. А, подожди. А, нам надо ее пустить вот сюда. Все. Я думал, мы быстренько этот уровень пройдем и закончим запись, а тут оказывается такая вот штуковина. Как же нам вот это, кстати, пройти? Просто так мы не пройдем. Слушайте, ну вот это... С вороной будет немного большая... Немного... Такая вот проблемка, потому что я что-то не особо пойму, как нам надо... А, все. Она уйдет наверх. Прикольно. Заходим. И где мы окажемся? Какой-то новый замок. Так, тут у нас как-то все вертится снова. Ага. Подожди, это получается вот так. Вот мы сюда встаем. И на каждый поворот мы поднимаемся. Все ясно. Так, что такое-то? Что-то она коряво крутится. Все. Прошли. Теперь сюда. Там ничего нету. А, сейчас башня спустится. Встаем сюда. Слушайте, ну я не знаю, какая должна быть голова, чтобы вот это все придумать. Так, там ступенька у нас появилась. А, как же нам на нее попасть? А, вот сюда, на лестницу. Теперь снова прокручиваем это все дело. Теперь сюда. И сюда. И мы дошли до финиша вроде бы как. Смотри, какая луна красивая. Да, походу мы прошли, что за фигурка у нас сейчас будет в нашем цилиндре. Ох, треугольничек прикольный, пирамидка. Слушайте, ну уровень был, конечно, зачетный. Оказался не такой простой, как я думал. Ну что ж, ребятушки, я надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, и мы продолжим в следующей серии. Всем удачи, до скорых встреч, пока-пока.